Итак, друзья, теперь давайте рассмотрим с вами обратное пальмирование. Вы, наверное, видели в фильмах или где-нибудь на видео, как у фокусника в руках находится одна карта, он взмахивает рукой, карта исчезает. Это как раз и есть вот это обратное пальмирование, да? Итак, как оно делается? Как оно выглядит? То есть вот мы держим карту, взмах руками, карты нет. Взмах руками, карта появилась. Взмах руками, карты нет. Взмах появилась. Теперь опять в том же порядке. Согнули пальцы. Большой палец положили сюда. Эти два убрали и вернули карту. Я думаю, все понятно.